букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Ссоры и конфликты почти всегда сопутствуют им и в семейной жизни. Часто в старости они остаются одинокими из-за неумения прислушиваться к другим и учитывать их интересы. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.